Один из дворов по улице Стаханова. Полным ходом идет уборка листвы. Столько накопилось примерно за час. Жители торопятся. Все утро норовил пойти дождь. Активисты движения, первые начавшие, да, их документируют. Те самые активисты, родители юных жителей двора, пока моросит, готовят фигурки животных и сказочных героев. Купили фанеру, придумала и нарисовала будущие скульптуры девушка, которая окончила художественную школу. Вырезали лобзиком. Теперь покрывают олифой перед тем, как раскрасить. До этого также в складчину приобрели и установили такие вот качели. Во дворах 12-го микрорайона достаточно чисто. В районе дома по адресу Чехова 4В всей работы вышло часа на полтора. Немного, потому что у нас, ну, в принципе, у нас и чисто, можно сказать. Потому что мы сами поддерживаем. У нас прекрасный дворник, женщина Нина. Она всегда убирает. Сейчас она в отпуске, поэтому мы тут помогли, немножечко поубирали. Субботник, как говорят сами жители, получился с экологическим уклоном. Во дворе появились абрикосы, орех, саженцы привезли с дачи, а также по кусту рябины и боярышника. Это подарок из Калужской области. Теперь жители отправили заявку в управление ЖКХ. Нужно заделать ямы. В свою очередь, жители 12-го микрорайона поддерживают главу муниципалитета, который поручил прокладывать пешеходные дорожки на месте так называемых народных троп. Одна из них уже появилась в районе второго дома по улице Чехова. Кто именно придумал делать это первый, сегодня неизвестно. Есть легенда, что технологию использовал один из видных советских академиков. Когда они городок построили, вот, научный, вначале не прокладывали, значит, ничего нигде, пока ученые не протоптали тропы между объектами, удобные для них. Потом, значит, таким образом заасфальтировали. Уже в ближайшее время здесь же, в 12-м микрорайоне, начнется реконструкция сквера «Строитель» в рамках программы «Комфортная городская среда», а также благоустройство двора второго дома по улице Чехова. Кроме того, аналогичные работы намечены еще в 5 анапских дворах. Общий объем финансирования программы в этом году более 67 миллионов рублей. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.